13 лет бывшие жители санатория «Сосновый Бор», сотрудники «Башнефти», ныне «Роснефть», обивали пороги различных инстанций и писали письма, чтобы наконец-то переехать из служебного жилья в благоустроенные квартиры, говорит Насима Загитовна. Вопрос был связан с расселением наших вот 6 семей «Соснового Бора». История, конечно, очень тяжелая. Тяжелой дорогой мы шли к этому вопросу. На сегодняшний день на разрешение было подключено очень много, значит, людей. С первых дней нашего обращения Радия Фаритовича Хабирова был взят этот вопрос под личный его контроль. И вот до сегодняшнего дня он этот вопрос вел, интересовался. И вот мы сегодня ставим точку. Хорошую, жирную, счастливую для наших вот семей. Вот. Хотим сказать большое спасибо, конечно, главе нашего района Краснокамского Рустаму Маратовичу, потому что он этот вопрос сказал с первых дней, будем решать, это наше население, это наши люди. В итоге совместной работы администрации района и предприятия, которому раньше принадлежал жилой дом в Сосновом Бору, здание было передано на баланс района, а предприятие выделило бывшим сотрудникам деньги на покупки квартир. Таким образом, люди смогли самостоятельно выбирать себе жилплощадь. Хотим большое спасибо сказать «Башнефти», «Роснефти». Работала большая команда. Ну, вопрос был очень тяжелый, почти неразрешимый. Из 90-100% 1% был, надежда у нас была, что нас расселят. И вот сегодня счастливы, у нас, наверное, никого нет. 6 семей мы все получили. Было право дано нам самим выбирать, где эти квартиры нам приобретать. Можно было в любом городе. Даже вот у нас есть семья в Казани, приобрели квартиру. А все остальные приобрели квартиры в Нефтекамске, хорошие квартиры, кто с нуля, кто вторичку взял. И сегодня теперь уже бывшие жители санатория пришли поблагодарить главу администрации за участие, за то, что команда администрации не оставляла их все это время. Но, как отметил глава, вопрос удалось решить совместной командной работой. Большое спасибо вот руководству «Башнефти», Радию Фаритовичу большое спасибо, что вытащили этот вопрос на переселение этих жильцов на уровень республики. Вот они все уже сейчас имеют квартиры, мы сейчас им перекупили квартиры на суммы, которые «Башнефть» выделил. Первоначально было так, что суммы еще до конца не были определены, но «Башнефть» гарантировала. Совет, скажем так, Радий Фаритович тоже гарантировал. И теперь бывшие жильцы барака в Сосновом Бору, а ныне счастливые новоселы благоустроенных квартир, могут спокойно выдохнуть. В их истории с переселением из служебного жилья поставлена точка. А глава района пообещал и дальше при необходимости помогать им, если возникнут какие-либо трудности.